Меня зовут Вова. Мне 12 лет. Я учусь в 5 классе. Я люблю заниматься спортом, вышиваю. Мне нравится урок математика. Ну, я хорошо решаю примеры, задачу. Вову я знаю только с положительной стороны. Воспитывается он в нашем учреждении уже 3-й год. Он участвует во всех общественных начинаниях, во всех творческих мероприятиях, также спортивных. Мальчик занимает лидирующую позицию, потому что он действительно очень безотказный, талантливый. На какие-то выступления, если его позовешь, то есть безотказно. Если даже остается 3 дня, всегда выучит слова, обладает очень хорошей памятью. Вове дано, он легко вживается в роль, перевоплощается всегда. Всегда находит что-то новое. Ой, не говори, кума, так-то не было ума, а теперь совсем кисель, вот от сель и до сель. У меня проходит урок труда. Мы делаем ручки для дверей с моими одноклассниками. Мы еще опиливаем гаечные ключи. Мне это пригодится в жизни, потому что, ну, если я не буду это знать, то я не смогу себе ничего сделать. Я хочу, чтобы у меня была мама. Ну, я ей всегда буду помогать. Слушаться ее, хорошо себя вести. Я хочу, чтобы был папа, чтобы он защищал маму и меня.